пули все, стреляли через пули, лопатами бегите, да, туда? Там танк был. А против танка, как мы идем туда? Блять, вот я что это вот не знаю, не стою, вот, вот эти все проблемы. Думаете, они все разрушены? Один вопрос, вперед! Это же захуярили, что ли? Это уже не специальная военная операция, тут уже законы другие. Сейчас они вот так хотят, если мы идем, боеприпасы закончатся, мы там сдохнем, да, короче? Да. Все, вот это вот. Мы как раньше не можем, так у сегодня Аврора пришел, у него штаны гнилые, вот так. Он пришел к этому командующему, он говорит, ты кто? Он говорит даже не может, болеет. Я, говорит, командир рот. Все, выполняйте задачу. Ну нахуй вот это снимает, а? Надо, ну, сука, значит, кадыровские надо, войска, нахуй, съебали с позиции и снимаете. Съебали, как мы съебали за то? Здесь боевые сбои, что ли? Нас тут 38 человек. Они из пулемета. Лень гранатометы, да, было тащить с собой? А как там гранатометы? Наш вообще нет гранатометов. Шу-шу-шу-шу-шу. Я озвучил проблему, что людей надо поменять. Никто не меняет. Мы с Купянской. Вас все борят. Реально, вот все, ваша команда, но борется. Идет война. Все, мужики, тут, ну вот так. А мы, если там будет, мы там будем команду ждать, короче. Получается, мы там, если будет все отхуярим, блядь, мы там придется команду ждать, да? Откатываться никак нельзя, да? Доложить. Умирать только.